У вас есть телефон министра здравоохранения? Ну, конечно, нет. Но если что, вы можете позвонить Аверину, у него точно есть телефон министра здравоохранения. Да? Да. Я одна, в белом, королева, правильно ставлю диагноз. Денис Владимирович Матросов – достойный человек. Я его узнала окончательно после развода. Он прекрасен. На пепелище клумбу не посадишь. И можно было посадить симфонический оркестр венский. Но ради этого продолжать жить вместе. Уже был развод фактически. Он горевал так, что я в какой-то момент подошла к нему. Мне казалось, что я себя чувствую лучше, чем он. Вы хотите на меня фату надеть? Фигушки. У меня уже аллергия от этих аксессуаров. Я вам дарю.